Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную игру «Война и порядок». Элитное приключение «Наблюдательный каньон». Как сегодня все пойдет, нифига не известно. Тем не менее, запускаем этот замечательный ивент, залетаем, войти в битву и заходим. Времени предельно мало, ребятули, но выбора у нас, как говорится, нету. Может быть, потому что у нас нет другого выхода. Отправляемся. Зашел, как мог, зашел вовремя. Осталось 13 секунд. Поехали. Будьте терпеливы, написали мне. Сразу на четвертую. Сразу на четвертую рванул я уже заученным движением руки. С легкостью молодого гиппопотама в первых рядах метется мой замечательный Феникс по кличке Феникс. Надо, кстати, дать ему имя, потому что как-то животное без имени. Это как прапорщик без кокарды. Это вам не это. Понятно. Как говорится. Так, вступил в бой. Влетели, залетели, наваляли, подвалили. Ну, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Ну да, это не конкуренты, поэтому я думаю, после боя на шестую. Поехали. Все. Делов-то, ребятули. Видите, метемся быстро, резко, решительно, жизнерадостно, виляя хвостами. Посмотрим, насколько быстро мы сможем это все пройти и насколько быстро мы сможем сюда зайти. Посмотрим, идем. Время, пока идем, ветер топит со скоростью вращения лопастей малого грузового вертолета. Захватываем башенку, воюем. Мочим козлов. Как только мы их всех замочим, я думаю, сразу и рванем. Сразу погнали на пятую. Смотрите, как я уже быстро реагирую. Вот так вот. Уже, можно сказать, в первых рядах топлю. Уже не тот тупорылый юнец, который, блин, с текущей по щеке слюной. О, надо что-то, у меня уже раненые появились. Давайте исцелимся. Давайте исцелимся. Надо же уметь исцеляться вовремя. А то вдруг там потом, вдруг война, а я не в курсе, блин. Так, какой я там иду? Что-то кто-то быстрее меня, что ли? А, он такой скоростной, как понос, блин. Ага. Потом на восьмую сказал Красный Феникс. Он же Ред Феникс. Он же. Смотри, как мы быстро метемся, блин. Вообще, сметая все на своем пути. Сметая все на своем пути. Там даже кто-то у нас успел умереть. А что делать? Война, злодейка, не бережет ни стариков, ни детей, ни вот кто там помер. Так, давай, гол на восьмую. После восьмой куда? Куда? На после восьмой ждем. Ждем. Пишет Красный Феникс. Видите, какой у меня красивый Феникс. А куда мы Феникс прем, блин? Гоу. Ждем пенсионера. Пенсионер, знаете, ну все-таки годы не те, а старость нужно уважать. На девятую. Ё-моё, а я в другую сторону. Это обманул чертяка. А я собрался там на седьмую, думаю, сейчас в аккурат. Ну, конечно, на седьмую, ты еще на 48-ю рванул. Смотри, идем крайне быстро, элитное приключение. Вот этот вот чудесный чудо-каньон, блин, пролетаем с космической скоростью. После боя на 13-ю. После боя на 13-ю. А ну давай проверим рефлексы кошки. Раз, опа, пошел сразу. Видели, как выскочил резко. Выскочил резко, как
Черяк на сердце, блин. А, вот кто-то нетерплячий, да? Рванул на десяточку. Вот так вот, братанчик. Слушай, что-то я там раненый какой-то весь. Мои эти конники, блин. Конники, красные кавалеристы, трам-пам-пам, блин. Ну-ну-ну, а это кто нетерплячий вырвался вперед? Ну, молодец, правильно, захватил. Захватил. Не спать, ждем. Не спать, ждем. Как же мы можем и не спать, и ждать? Не спать, ждем. И ждем, и не спим, короче. Ну, давайте, давайте. Ждем, так ждем. Ждем, так ждем. Ждем, так ждем. Кого еще ждем? Гоу. Гоу. Конечно, гоу. Смотрите как. Пика к пике. Щека к щеке. Жопа к жопе. Блин, скачут наши кавалеристы. Они слились единым потоком. Синее полыхающее знамя. Если бы вот не этот мудрый парень, который решил всех обогнать, но в то же время прийти, в принципе, чуточку позже, для того, чтобы мы не загрустили и он не сгорел. Я думаю, что после этого рвем на 12-ю. О, тут смешались в кучу кони, фениксы, пениксы и шмениксы. Быстро идем. Дорога-то ветвистая. Дорога ветвистая. Пусть дорога серую лентой скочит. Ах, чуть-чуть. Я что-то кнопочку не прожал, да? Кнопчулечку не прожал. Угу. Ну да ладно. Но идем быстро, ребятули. Думаю, что 7 минут полет нормальный, как говорится. Интересно, на какую? На какую? Первая. А, на 14-ю, твою мать! Ну почему именно я пошел вот из двух вариантов, блин, на другую сторону? Конечно, один мастер-викинг, дебил, блин. Короче, блин, ненавижу. Один я, блин, вот смотрите, блин, вот просто я один побежал не туда, куда надо. Я сейчас догоню их нафиг. Фиг с ними, с ускорами, я все равно их догоню. Вот так, 3 секунды, ребята, я вас догоню. Пофиг на ускоры, я все равно молодец. Догнал, перегнал и основа гол. Все, основа гол. Сказано, Карл, сделано. Ускориться, быстрее, подлечиться. Все равно. Так, как я там сегодня принял участие? Да, конечно, но... Конечно, не фонтан сегодня. Но все-таки, у меня небольшой поход. Как не стыдно это говорить. Ну, вернее, как не стыдно это говорить. Раненых нету, армия заполнена, все хорошо. Армия заполнена. Дали люлей. Так, теперь заполняем армию. Заполнить армию. Заполняем армию. Отправить. Заполнили мы армию. Заполнили. На третью, го, поехали. Что тут скакать-то? На третью, значит, на третью. О, это что за Чиполлино? А, это тупик нечистой силы 13. Чиполлино. А что там такая неразбериха? Что такая неразбериха? Кто там чего-то так не разобрался?
Ну тогда из двух вариантов я пальчонка дернулась, блин. Ну не на ту попер, блин. Я не знаю. И потом так в повторе смотреть трепетно, трогательно. Все мои вот эти потуги, блин, скоростных перебеганий. Ну ничего, ничего, лупимся, лупимся. Я все-таки лупимся. Так, давай, раз, и что? Ну давай, команду, гол на пятую, конечно. Конечно, гол на пятую. Сейчас я как вылечу, блин. Исцелить. Давай, пока мы там добегаем, исцелю сразу все. Всех излечит, исцелит добрый доктор геморрой, блин. Я уже говорил этот стишок. Но что-то мне не нравится, что я так вот не догоняю ребятуль, блин. Ну, вождя, блин, догонять, Нойера тоже бесполезно. Да, это просто у меня маленький поход в холодной воде. Сразу после боя на восьмую. Ну, спасибо, что сказал. Сразу после боя на восьмую. Конечно, сразу после боя на восьмую. Сразу после боя. Очки. Очки от кой тапочки. Поехали, поехали. Быстренько. Конечно, побежали. А ну, а сейчас. Ну, что, не догнал ли я там кого-то с ребятуль, блин. Сражение за крепость 5. Он там что-то мечется один, блин. Как понос в стакане. На восьмую, значит, на восьмую. Чё ты носишься? Не спать, еще раз говорю, повторяю для тех, кто за броневой плитой, уважаемый Феникс. Летим, значит, летим. Все вперед, значит, вперед. Так, метемся, метемся. Опять у меня что-то там ранеханные, блин, появились. Ранеханные появились. Ну, исцелим. Ну, значит, воюю. Слушайте, раненые появляются, значит, воюю. А не просто там хрен с бугра, блин. Так, давай, напиши, на какую идем после этого. Куда после этого? Напиши после боя на десятую. Конечно, окей. После боя на десятую. А вот это что за чепушило скачет, блин? Стоп. А, ждем чепушилу. Конечно, ждем чепушила. Ага, кто-то побежал обратно. Чё такое? Чё такое? Оленеводы Бельдыевы. Оленеводы Бельдыевы. Вот так вот. А теперь вот так вот. А теперь вот так. А все уже развернулись. Заметались. Ребятульки заметались. Сейчас читаем, блин. Олени. Олени. Нормуль, нарвуль, скачем. Сейчас читаем, да, тут надо привыкнуть. Ребята, я уже профессионал, блин, поскочейшинал, блин. Я уже этих вот, этими вопросиками меня не удивишь. Опа, ты смотри, какая гадость. Ага, вон она скачет. На десятую, все на десятую. Да скачем мы на десятую. Вон же гад какой-то там нам в спину заходит. А, ребятульки, блин. А что делать? Все на 10? Ну на 10 мы. На 12, да? Ну давай. Ну давай. Умер. Друид умер. Восьмерочку просрали. Ага. Ты смотри. Ты смотри. Какая гадость. Так, после боя сразу на 17-ю. Да и на изикатка, брат. На изикаточка.
Угу. Сразу после боя на 17-ю. Все. Поскакали. Вот тоже есть там олени, блин. Сказали на 17-ю. На 17-ю, мать вашу, берегите природу. Ой, я не могу, блин. Да, вот такие мы забавные. Можем, когда захотим. И далее вся банда пошла с особо одаренных. Теперь назад возвращаться придется. Ага. Капец. Спайдер. Возвращаться придется. Очки больше заслуг. Очки больше заслуг. Куда, скажите? Так. С двадцатки на основу назад после 12. Ага. Ё-моё. Назад на 12-ю после боя. Прикольно. Ну, сказал очки, значит очки. Очки, очко и тапочки. Бежим, значит бежим. А чё спешить, правильно? Тише едешь, меньше должен. Что-то у меня войсков там становится, все, блин. Исцелить, испепелить, блин. Успокорить в одно очко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А то у меня что там, я там кого-нибудь убил хоть. Но я викингу дышу в его дымящуюся сигарету. Просто рядышком, блин. Микола, следи за основой. Еще раз говорю, очки. Очки больше заслуг. Согласен, согласен. Опа, а что там выиграл враг? А, вон она, гадюка, блин, скачет там подколодная. Вот он там что-то скакает, блин. Скакун, блин. Ага. Ну да. Че ты скачешь? Всех ждать надо, брателло. Сейчас ты как возьмешь там два туза на мизере и будет тебе грустно и одиноко, блин. А мы тут в колбаску расплелись, блин. Ну ничего, сейчас колбаса подтянется. Колбаса, колбаса посредине волоса. Угу. Феникс прет. Ничего. Догоним. Догоним и перегоним Феникса. Догоним и перегоним Феникса. Основа. Да где ж туда основа? У нас основу, блин. Капец, сейчас там у нас основу-то заберут. Да ты шо? Ё-моё, Иванов! Фу! Удержали, блин! Вот гад какой ползучий! Ты понял? Ты понял, где собака порылась, блин? Пока мы тут, короче, нарезаем, оно решило нам басню скоротить, блин. Не зря альты заводили. Говорит, молодец. Ждем. Ждем. Ждем, правильно. Ред Феникс сказал, друидушка там, держись. Друидушка, держись. Гоу, основа гоу. Вперед, блин! Вперед! Блин, козленочки! Вислоуховое! Ну хорошо, тут лупимся, лупимся. Давай перед основой, что там?
Я нормально, у меня войска заканчевываются. 46 человек в элитке, круто. Не расходимся после элитки, говорит богиня войны и чуткий руководитель Алаиси. Да, Red Phoenix с четкой грамматической расстановкой пишет «посчитай». Понятно, для тех, кто не умеет посчитать, 40 точно есть. До нас вообще капец море, блин. Море. Сейчас мы тут им налюляем, блин, люляльков. Но такая элиточка. Тресь, тридесь, тесь, 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 тесь. Ты же, может, в звании поднимут меня. Ну, как бы, посмертно. Нет, ну, в смысле, героически. Посмотрим. Пока махаемся. Пока махаемся. О-о-о. О-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ага. Нифига себе ты, блин, лютый парень, блин. Сенька шалый? Да не, он маги мои стоят там. Ты чё там, они по крышке гроба бьют, блин. Они вообще там... Огнище огненное. Огнище огненное, а не маги. Вот это мои маги, я чувствую. Вот они Феникса жопу прикрывают. Поздравляю, ваш альянс прошел, блин. Заберите их с почты. Вот такая вот история сегодня произошла в этом чудесном, забытом боге каньоне. Так, наблюдательный каньон, сражение выиграно. Поздравляю, ваш клан прошел вот с таким временем. Собрать награду. Четко, зашли, красиво, без брызг. Заслуги, очки опыта, сундуки. Блин. Два ковша борщу, блин, и все нормально. Я почти уверен, что мы еще получим какой-то молодец. Какой-то молодец. Но это не точно. За то, что мы прошли. Я в этом уверен. Так, ну что там, что там, братва? Так, друид, выполняйте быстро мои приказы, рыцарь-лейтенант. Стоп-чат. Всем спасибо, было круто. Мне, короче, не судьбень. Ну и что? Я еще, видите, сержант-майор. Ну, осталось на тоненьком. В следующий раз я стану Д'Артаньяном. Мы будем иметь честь атаковать вас. Поэтому... Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, получайте ответы. Играйте в офигительно развлекательные научно-популярные игры. С вами я, мастер. Да пребудет с вами сила.